Это, в общем, окраина города Москвы 18-19 веков. За этим зданием стояла церковь, видение Пресвятой Богородицы. За, на высокой вот этой горе, вот здесь был пруд, и Яуза была ближе сюда. У нее здесь была излучина. Где-то 40-х годов уже 20 века это было одно из красивейших мест с прудами, сейчас все застроено. В 1903 году единственный сын Надежи Апора приходит и говорит папеньке: «Папенька, встретил Ефиму Павловну Рябушинскую, хочу жениться, влюбился, не могу». А Ефима Павловна происходила из семьи старообрядцев, во-первых, не Преображенского, не поморцев, а рогожских, так называемых поповского согласия, белокрининского, с которым у преображенцев непримиримые противоречия. В Москве вкладывали деньги в предприятия, в товары. В Питере денежная биржа была сразу. У нас вообще биржа была одна из последних. У Кекушева была своя манера, и вы видите, что, несмотря на то, что дом деревянный, он очень геометрически сложно построенный. Секрет такой, он клал бревна и горизонтально, и вертикально ставил. Крыша, видите, сложная очень, да, как идет вот фронтончики. Вот этот его знаменитый трапециевидный фронтон, поддержанный далеко вынесенными карнизами на этих птичках, но птички, видите, не русские, а такие, в стиле модерн. А почему еще вертикально? Проходили снизу из подвала глиняные вот эти трубы такие, в которых дули теплый воздух между бревнами. Там стояла машина Круп, которая работала до 90-х годов, просто реставраторы не поняли, ее выбросили. Во-первых, он не был желтым, не был покрашен коричневым. В советские времена здесь был сначала завод управления, а потом был детский сад очень долго. И детский сад был остеклен вот эти вот веранды, и поэтому больше всех пострадали. И веранды здесь реставрационные, то, что делали реставраторы. И они повторить изящную работу по дереву Кекушева не смогли. Мы внутри увидим. Вот тоже его характерные наличники. Если встречаете вот такие наличники с замковым, ну, трехчастные, все, да, здесь, ну, только немножко более выгнутые, здесь повыше, этот сразу Кекушев. Мария Владимировна ввела такую идею, что все дома Кекушева помечены львами. Знаете, это феномен. Вот, начиная с этого особняка, Кекушева все реставраторы красят в желтый цвет. А Кекушев, он человек с такими... У него грунтовка желтая была, не белая, а желтая. Они докапывались не до белой, а до желтой грунтовки и решали, что это желтый цвет. Ну вот, не черно-белый, он скорее палевый был, что-то в этом роде. Может быть, охра какая-то, да. Может, светлая охра.
Все общественные зоны покрыты метлахской плиткой. Киношники сделали витражи, это совсем не кекушские витражи, и они сюда вообще никак по стилю. И главная такая фирменная мулька, извиняюсь за выражение, у него в этом особняке вот такие конюли. Живопись тут от детского сада. Окна вставлены целым вот таким вот блоком. Они тоже очень сложно сделаны. И вот эти вот, естественно, реставраторы, они по-другому не могут. Здесь все было на деревянных гвоздях. Здесь вот такой вот чеканный медный кожух. На фотографии до реставрации камин абсолютно целый. Кому-то он был самый лучший. Мы на всех остальных увидим. Вот этот был самый лучший. Кому-то, в общем, пришелся по душе. А вся остальная часть камина, тоже абрамцевская, вот эта вот плитка кабанчик, вот эти все детали, они все сохранились подлинные. Его внука, как он лет в 70, если не больше, делал колесо через всю поляну. И большая зала. Здесь сохранилось все подлинное. И мебель, и люстры, и решетки вентиляционные. В особняке обычно строятся вокруг лестницы. У него лестница – это главный такой элемент, вокруг которого строится вся композиция. Вот посмотрите, как по-кекушевски должна сделаться балюстрада. Посмотрите, какая работа по дереву. И вот, господа архитекторы, поднимаясь по этой лестнице, 35 сантиметров ширина, 13 сантиметров высота. Это самый физиологичный размер ступенек. А второй этаж сделан абсолютно же по-другому. Округлые такие кокошники. А при этом Кекушев, в общем, как бы недолго тут творил. Это из его дома на Остоженке. Рисунки Татьяны. Татьяна была очень хорошей художницей. Она и тарелки расписывала. Ефим Павловна с Василием Васильевичем в Италии. Говорят о том, что ищут деньги, которые он мог заработать. Потому что на самом деле, если посмотреть, что он строил не меньше, чем Шехтель, да, но вот куда-то деньги девались все время. Thank you.